Сегодня продолжим вязание петушка свистульки. Нужно разметить местоположение ножек, которые мы сегодня будем вязать. Для этого нужно найти серединку от клювика, вот так по хвостику, обозначить центр, нанести вот так с двух сторон наметочной нитью место пришива ножек. И теперь либо набрать воздушных петель, 12, закрыть их в кольцо, на них набрать 14 столбиков и дальше вязать так же, как будем мы. Я наберу прямо здесь на месте, как и набирала хвостик. То есть я возьму, закреплю сейчас. Кто хочет, может вязать, как я. Мне так как-то больше нравится. И набираю теперь столбики по кругу рядом с наметочной нитью. Так, 1, 2, 3. Теперь провязываем первый ряд по этим петлям. 2. Пятнадцать получилось у меня столбиков, ну плюс-минус. Может быть 15, 14, 16, у кого как наберется, это не суть важно. Лишь бы оно смотрелось пропорционально. Теперь еще нужно провязать третий ряд такой же. Вот три ряда мы провязали. Теперь я думаю, что вот нужно разделить как бы на три части и убавить по одному столбику, то есть три столбика в ряду. Сейчас вот я убавлю, провяжу из двух один столбик. Теперь снова провязываем один из одной петли, два из второй петли, три из третьей петли, а четвертую и пятую петлю провязываем вместе. Теперь снова один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый провязываем вместе. Один столбик, второй столбик, третий столбик. Четвертый и пятый был уже провязан вместе у нас. Вот он. Теперь нужно провязать один ряд без убавлений. Вот 12 получилось. Теперь снова убавляем. Опять берем первую, вторую, провязываем вместе. Теперь провязываем один столбик, второй столбик, а третий и четвертый тоже провязываем вместе.
Получилось 9 столбиков. И теперь снова провяжем 2, 1 столбик, 2 вместе, 1 столбик и снова 2 вместе. Опять 1 столбик и 2 вместе. Получится всего 6 столбиков останется у нас по кругу. Можно проверить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому еще один рядочек зеленый. Все. И теперь меняем нить на желтую. Желательно, чтобы смена нити была где-то сзади. Так, минуту на вот эту желтую. Провязываем вместе, а теперь отпускаем зеленую и провязываем только уже желтой. Дальше по 6 столбиков по кругу провязываем. Нить отрезали, спрятать ее внутрь туда, наполнить наполнителем лапку и дальше вязать рядов 6 желтой нитью, потом закончить и отрезать. Так, лапку наполнили достаточно, слишком сильно не набивать, а то оно растягивается. У меня нитка тонкая, сильно просвечивается. Так, вот такая лапка получилась. И заканчиваем вязать желтой нитью. Вот я провязала 6 рядов, наполнила уже наполнителем. Последнюю петлю провязываем как полустолбик. Закрываем, отрезаем нить. Точно так же вяжем следующую лапку. Вот я связала обе лапки. Теперь нужно отрезать проволоку. Проволоку нужно продеть в лапки для того, чтобы потом уже петушок мог стоять. Для этого мы отрезаем проволоку длиной где-то раза в 3 больше, чем сама лапка с одной стороны и точно так же с другой. То есть в 6 раз, 6 лапок по длине набираем проволоку. Дальше протыкаем вот так вот, проденем насквозь в обе ножки, в обе лапки. Выпускаем вот так насквозь, прогибаем. Вот, получилось, вот так продели. И немножко, вот теперь можно там внутри прижать ее, заострить. Сложить ее нужно вот так вот вместе потуже, чтобы там внутри она поострее получилась. И дальше ее нужно будет вот так вот протолкнуть вверх, в туловище, вот там она прощупывается. Вот так сюда немножко, вот до шеи где-то. Все, теперь мы можем обратно раздвинуть ножки, как они у него были. Естественном таком положении. И вот тут остается еще как бы почти как длина лапки, чуть больше. Теперь мы ее загнем, как обычно мы это делали. Сделаем вот так назад, теперь чуть-чуть сюда и вот так вперед. Вот такая вот она получается у нас. Вот точно так же здесь мы загнем на одинаковом так расстоянии, чтобы они были одной длины одинаковой. Загибаем назад. И теперь, как и вот тут, точно так же. Где-то на сантиметр назад уходит на пятку. И на шпору его, или палец это длинный, вернее, задний. И вот так вот выпрямляем вперед. Получается вот такие вот как бы лапки, заготовочки. Немножко вот так сюда теперь еще согнуть. Он у нас стоит вот таким образом. Стульчика наша чуть-чуть голову вверх.
Вот. Теперь нужно связать ему, мы, наверное, свяжем сейчас ему вот этот вот, не знаю, как переход перышки у них здесь на шее, как бы ложатся. Вот мы его сделаем таким красивым красным цветом. Можно сделать, опять же, отдельно связать. Я сейчас покажу, как это можно в отдельности. Набираем воздушные петли 4. 2, 3, 4. Теперь на одну возвращаемся назад, провязываем столбик. Теперь накид. Во вторую провязываем столбик с накидом. И еще один накид. В третью провязываем тоже столбик с накидом. Вот такая получается. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Назад возвращаемся, делаем столбик. Еще раз назад возвращаемся, делаем столбик с накидом. И еще один столбик с накидом. Вот, получилось уже два вот таких вот. Теперь можно опять 1, 2, 3, 4. Опять то же самое. И так получится целая цепочка. Сейчас я покажу, как она, когда она будет готова по всей длине, ее вот так вот сюда приложить и пришить по кругу. Я предпочитаю сделать немножко иначе. Я сразу хочу сделать ее прямо на месте. Для этого я продеваю вот так вот столбик, протягиваю нить, закрепляю ее, это будет один. Теперь будет 2, 3, 4. Нитку я обрежу, то, что мешает хвостик. Вот, и теперь я возвращаюсь назад и делаю столбик, накид во вторую петлю, столбик с накидом. Третью петлю. Еще один столбик с накидом. Теперь один столбик я здесь пропускаю, во второй вот так вот снова вытягиваю нить. Сразу протягиваю ее сюда. И теперь 1, 2, 3, 4. И опять, как я там уже показывала, столбик, столбик с накидом во вторую. Еще один столбик с накидом в третью. И теперь опять один столбик пропускаю, а под второй я поддеваю. Вот я провязала по кругу. Теперь последний у меня остался. Последний мы делаем вот так. Здесь мы начинали, был стык нитей, поэтому я хочу показать. То же самое вот здесь набираем опять. 1, 2, 3, 4. Теперь провязываем обратно столбик. Столбик с накидом в следующую петлю. И столбик с накидом в третью петлю. Вот. И теперь нужно поддеть отсюда в эту, чтобы они как бы встретились. Продеть сразу сюда, как и там, и закрыть. Все, отрезаем нить. И прячем ее сюда вглубь. Через вот эту, чтобы оно как бы прошло плавным переходом. Вот такая получилась у нас такой воротничок. Потом слегка нужно влажной тряпочкой накрыть и кончиком утюжка вот так их приутюжить. Они тогда уже не будут подниматься, задираться вверх, а четко лягут по кругу. Вяжем бородушку петушку. Для этого берем красную нить.
делаем петлю. Закрепляем, вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Теперь в первый столбик провязываем первую петлю, провязываем 2 столбика. Теперь 1 столбик, 2 столбик. И в третью петлю опять провязываем 2 столбика. И теперь опять 1 и 2. По кругу получается 8 столбиков. Итак, 8 столбиков вяжем еще 2 ряда. Это первый ряд мы вяжем. И пошел второй ряд. Два ряда провязали. Теперь нужно провязать 1, 2, 2 столбика в 1, и дальше еще 6 столбиков, всего 7 столбиков в этом ряду. Получим. Так, теперь снова 1, 2. Провязываем вместе. И теперь еще провязываем 5 столбиков. В итоге получится всего 6 столбиков в этом ряду. Теперь снова 1, 2 провяжем вместе. И теперь 4 столбика. Опять 1, 2 провязываем вместе. Еще 3 столбика. Один, два провязываем вместе и еще 2 столбика. Все, вот такой получился у нас элемент бородушки. Точно так же вяжем вторую, соединяем их вот этими точками в этих точках и пришиваем сюда вот к нижней части клювика. Вот такая получилась бородушка. Теперь нужно связать ему гребешок. Красная нить, петля. Делаем воздушных 20. Двадцать четыре воздушных петли. Закрываем в кольцо. И провязываем теперь 24 столбика. Второй ряд и третий тоже провяжем 24 столбика. Продолжаем вязание. Вот, провязали 3 ряда по 24 столбика. Теперь нужно 1, 2,
3, 4, 5. Возвращаемся опять на центр. И всего пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В десятую назад, в десятую петлю заводим и провязываем столбик. И теперь по кругу вяжем один ряд, 10 столбиков. Так, теперь в этом месте убираем 1, 2, провязываем вместе, вяжем 1, 2, 3. И снова 1 и 2. Провязываем вместе и снова 1, 2, 3. Теперь опять 1 и 2 провязываем вместе. 1, 2. 1 и 2 провязываем вместе. 2, 3 провязываем по одному. Снова 1 и 2 провязываем вместе, 1, 1 и 2 провязываем вместе, 1, и закрываем, 1, 2, 3, провязываем вместе, закрываем, отрезаем нить. Таким образом получим вот такой самый большой кусочек гребня. Теперь вяжем вторую деталь гребня. Для этого мы наберем, здесь зацепим нить. Так, и провяжем теперь 1, 2, 3. Четыре столбика. Здесь тоже пройдем 1, 2, 3 и в четвертый провяжем столбик. Четвертую петлю. Так, теперь дальше вяжем второй, третий, четвертый. Переходим сюда в первую. 1, 2, 3, 4. Так, и теперь убавляем 1, 2, провязываем вместе. Теперь опять 1, 2, провязываем. Снова 1, 2 провязываем вместе. Здесь 1 и 2. Теперь тут 1 и 2 провязываем вместе. Теперь 1 столбик. Разворачиваемся и снова провязываем 1 и 2. И теперь 1. Еще 1 и закрываем. Отрезаем и тоже вытягиваем нить на ту сторону и заправляем. Опять же набираем вот тут в углу уже провязанную. Вставляем уже в провязанную предыдущем гребне петлю. Здесь мы закрепим просто нить и провязываем теперь первый столбик вот здесь на той стороне. 1, 2,
Все, что у нас осталось. 3, 4, 5 и 6. В первом случае у нас было 10, во втором 8, а в этом 6 столбиков. Так, теперь провязываем сюда, на ту сторону, опять зацепляем. И один ряд провязываем 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь закрываем, начинаем убавлять. 1 и 2 провязываем вместе. Один остается здесь, 1, 2 провязываем вместе, и опять один столбик остается. Теперь 1 и 2 провязываем вместе, и здесь 1 и 2 провязываем вместе и закрываем, отрезаем нить и тоже прячем лишнее. Вот он тоже получился. Вот такой получился у нас гребешок. И его нужно... Так, все. Теперь нужно это дело разместить вот так, немножко выше клювика. Закрепить. И с другой стороны дотянуть вот так вот немножечко дальше половинки, где-то сюда, вот насколько он натянется, максимально его растягиваем. Вот так вот. Покажу, вот как пришивать. Нитку заправили, закрепили, иголочку можно убрать, булавочку. И вот так вот пришиваем за нижний ряд. Затягиваем. Берем здесь за столбик. Здесь за столбик, тут за столбик, тут за столбик. И вот так вот самое хорошо получается пришивать. И шов не очень заметен, и выглядит он красиво. Крайние столбики берем, здесь 2 столбика, здесь 2 столбика. Если количество столбиков где-то не попадает, лишний столбик внизу или вверху, то нужно просто в эту же дырочку повторить 2 раза, чтобы не сдвигать деталь и не собиралась она где-то в одном месте. Просто вот так 1 раз и опять сюда же, например, и следующую. Это если количества не хватает, например. Так, еще вот закрепим немножечко. Все. Теперь вот эти дырочки, о которых я говорила, их вот так вот пройти и где-то здесь продеть, чтобы они не просвечивали.
Вот и все. Приклею глазки сейчас и потом покажу, как веко провязать вокруг него. Вот глазки я приклеила. Теперь сделаем веко. Веко, я думаю, что можно начать где-то вот отсюда и закончить вот тут, вот так вот. Поэтому захватим нить, наверное, чуть ниже, вот так. Под глазом, вот так сюда. Нить закрепим. Закрепили. Тут кусочек уходит, его потом спрятать. А здесь сейчас нужно вот так продеть столбик и провязать столбиком. Опять продеть под тот столбик, что там, провязать и закрыть столбиком. Опять продеть, завязать, закрыть столбиком. По кругу. Все, отрезаем. Вытягиваем. Эту тоже подрежем. И прячем туда внутрь. Начало. И конец. Такое небольшое совсем, аккуратненькое веко получается у нашего маленького петушка. Вот такое вот, видите? Точно так же делаем с той стороны. Но можно начать его вот отсюда, напротив того. Так вот, и здесь теперь тоже поправить это веко как-то. Вот получилось такое, как и с той стороны. Вот такой немножко глазки собрал в кучку. Можно не вязать его, кому как нравится. Вот такой получился у нас петушок.